Всем привет, путешествуем по миру. Сегодня я хочу вам показать, как разделывают рыбу в тратории Капреса. Это в Вероне, Италия. Очень хороший ресторан. Я там уже неоднократно бывал. Всем рекомендую. Ценник достаточно, ну, не завышенный, нормальный ценник. Знает русский язык пару официантов. Одна, по-моему, из Чехословакии женщина, и мужчина тоже из Румынии. Ну, во всех случаях спокойно общаешься по-русски. Ну вот, мне очень понравилось, как человек разделывает рыбу. Заказали, если не ошибаюсь, сибаса. Вот, и они поджарили. И рыба действительно была свежая. И вот он просто здорово разделывает. Тут, я первый раз это вижу так. Вот. Снимает шкуру. В общем, отделяет кости. Просто, ну, круто-круто. Обычно мы же все сами делаем. Взял рыбку, кости выплюнул, ну, и ешь. А тут для тебя, понимаешь, старается, делает. Вот у него очень серьезное лицо было. Я его называл постоянно маэстро и специалист. Он очень был доволен. Даже потом вроде как люди подошли, смотрели, как он разделывает. Потому что, может, никто рыбу там не брал целую, потому что она достаточно была дорогая. Ну, по сравнению с другими, там и пиццу делают, там все делают. Очень много морепродуктов. Очень хороший, действительно, ресторан. Сейчас говорю, у меня слюнки текут. Вот. Вроде как Марио зовут. Вроде Марио, да. Все ходят, комментируют, какой он специалист, какой он профессионал, босс. Хлопает его. Вот, а парень занимается своим делом. Все аккуратненько раскладывает и убирает. Кости убрал, косточки. Теперь какая-то подлитка, я уже не помню. Я помню, что было очень вкусно. Просто, ну, супер-пупер. Ну вот, понимаешь, вот такая разделка рыбы в ресторане Тратория Капреса в Вероне. Будьте там, найдите, TripAdvisor она есть, и по возможности сходите. Было настолько вкусно, что я даже хлебом потирал. Ой, в общем, что там говорит, вкуснятина, да и вкуснятина. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока.